и вызывает вопросы то, как жители региона соблюдают режим самоизоляции. Индекс Яндекс самоизоляция на выходных крайне низкий, особенно в Челябинске, в Копейске. Обсудили это вчера с руководством ГУВД по области. Сегодня усилена работа полиции по Челябинску. Эта тема будет активно освещаться и в СМИ. На въездах, выездах в Челябинск работают посты ГИБДД. В городе идет активная проверка машин на дорогах. В два раза увеличено количество передвижных пунктов полиции. Что называется, когда наши жители не проявляют ответственность, тогда ответственность вынуждены проявлять работники полиции, которые работают без выходных и праздников. Я благодарю, Андрей Федорович, всех ваших сотрудников за это. Это действительно огромная, большая работа, которая проводится.